Что это там у тебя? Что это такое? За что это ты делаешь? Что это ты сделал? Так, подожди. Я повтатую. Покажи, покажи. Я повтатую. Ой, а подожди. А подожди, скажи, пожалуйста, что ты сделал. Это что такое? Я повтатую. А шарик сюда и дуешь? Ну, зато у тебя получился какой-то музыкальный инструмент. Саша тоже, ой, Боря тоже пробует дуть. А ну. Вы видели, какой у нас новый музыкальный инструмент появился? Шарик плюс это равно. Шарик энд линейка равно. Ого! Ого! Свистулька инструментик. Селедочка. Вкусно. И плачущая мама от этого. Лука? Ага, я так наплакалась. Хотя тут две луковички всего лишь это. Ты смотри, это у меня ж кино идет, а ты... Это я смотрю фильм «Последний мент». Такой прикольный детективчик. Обожаю детективы. Кстати, спасибо, мне там посоветовали люди в личку детективчики. Посмотрим обязательно. Любим мы с Борей всякие логические эти расследования, знаете, где нужно думать, кто ж там как, где. А потом думаешь, так угадал или не угадал. И в конце видео так классно, когда угадал, думаешь, я знал, что это он! Ну или вот это. У нас на ужин селедочка и картошечка вареная, мундирка. Мы тут с мамой причесочки иногда делаем, да, Боря? Да. Мы дарим такие листочки там, где есть... на листочках написано там, допустим, массаж, причесочки. Так, что тут у нас? Дети так маму развлекают. Массаж, да? Тут у нас всякие массажи. А это кто мне сделал? Причесочки. Итак, Боря сделал. Боря, видите, мне красоту на руках наводит в виде резиночек. А Паша на голове пытается что-то сделать. Да, скоро будешь прям как школьница. Какие у меня добрые детки. А главное, что не видишь, что я его снимаю. Но я вижу. Стоишь, что ты тут делаешь, а что ты делаешь? Пазл. Вот сейчас разбираю. Какая цель надо сделать? Что надо сделать? Надо сделать, ну вот, здесь должно быть кота, да? Здесь должно быть вот так выполнено, и здесь ты должна быть. То есть надо сделать большой квадрат и подцепить треугольники. Да. Вот треугольники, так. Значит, у тебя тут куча деталей, и из них ты должен сделать большой-большой квадрат. Да. А ты можешь брать вот отсюда вот детали? Нет. То есть только то, что здесь. Что такое? Ты дорожку строишь? Какое большое! Ты большую дорожку построить хочешь? Да, большая-большая дорожка. Класс! Красиво! Только не поломай, Сашин, тут замок, а то ты тут катайся так. Осторожно. И вот, а ты маму не рисуешь, да? Застеснялся. Засмущался. Аня другой хочет взять. Нет, нужно закрывать этот фломастер. Учись сразу закрывать. Нельзя бросать. Говори, Аня, закрой. Закрой. Скажи, закрой. Правильно. Говори, Аня. Закрой. Правильно. Видишь? Умничка. Что ты снимаешь мой рисунок? Что, красивый рисунок? Очень красивый. Прям его нужно в галерею повесить. Угу, это Боречкин рисунок. А ты что снимаешь? Маму? Что ты снимаешь? Ой, что рисуешь? Он маму пытается рисовать. Ты маму пытаешься рисовать? Так, головку. Вот так, да? Нарисуем. Нарисуем голову? Так, да. Повторяй, да. Будешь папу Давай, рисовать. Такую же голову рисуй. Кругленькую. А у него всегда так... Почти. Это голова. Почти. Теперь глазики и ротик.
Да, глазки какая красивая. Нам похоже. Теперь шею. Ой. Теперь вот так туловище с шеей вместе. Так, как у меня туловище ровное. Давай, давай, сам, давай. Да. Так, ножки. Прямо из головы. И ручки. Давай, и ручки. Вот умничка. Вот. Смотри, какая мама красивая. Мама! Какая мама вышла. Куда-то бежит, сломя голову. Мама. Это на заставку надо маму поставить. Ой, маме подарок. О, Саша к ним присоединился. Маме, говорит, подарок рисую, поэтому я туда не подхожу. Мне смотреть запретили. Мы почти готовы. Хорошо. Неизвестно, что я рисую. Аня что-то там такое рисует интересное, а Боря уже дорисовал. Я, да? Ты уже дорисовал? Дорисовала же? А покажешь маме свой рисунок? Да. Давай, показывай маме свой рисунок полностью. Я туда подходить не могу, а ты мне покажи свой рисунок. Давай его сюда. Хорошо, скоро смогу. Клади сюда. Вот сюда клади. Так. Ой, а где мама делась? Это другой уже, да? Да, вот. Это уже другой он успел нарисовать. Ага, вот этот. А это уже другой он нарисовал. Вот такие рисунки, шедевры у нас в 2 года получаются. Покажу. Паша английский учит. Он у нас непоседа, поэтому таким образом учит английский диалог, который ему задали. Hi, I want to speak to Andre. Is he at home? Ага, yes, yes. Где же тут Андрей? Видишь, какой рисунок еще тут? Wow. Это. Ой, это кто? Ой, это не катает. Девочка просто. Да. Wow. А тебе прикалываться? Вот так тебе. Вот так. Ты танцуешь. Это не Аня любит. Сердечко должно быть злое. Зачем злое сердечко рисовать? Аня, что ты вытворяешь? У тебя монстры захватили все или что? Видимо. Теперь освобождай их. Нет. Давай каких-то сил добра сюда, что ли. Окей, кто сюда лезет? Давай, Супермен давай. Опа, летит. Должен всех сделать, всех должен сделать добрыми срочно. Ну так, летит Супермен. Вот так летит Супермен. Давай, все срочно стали добрыми. Может, сможешь исправить их на добрых? А ей мухобойку дадим. Ты что? Держи тебе, да? И вот такие. А их можно теперь на добрых переделать? Нет. С таким лицом. Попробуй. Попробуй. Как можно вот такого выражения лица переделать на доброе? Боречка, подожди, сына, это Жанин рисунок. О! Тихо, Боря! Это Анин рисунок. О, смотри, сразу добрая дедушка какая-то. Добрая дедушка, слышишь? Удивленный. О! Это Анин рисунок. Ты на своем рисунке рисуешь. Если Аня разрешит тебя, Аня, разрешаешь? Да. Ну все, тогда рисуй. Да тут это птички. Боря решил красок добавить ярких сюда. Это кто? А, это снеговик Олаф. Хей, я снеговик! Олаф! Сейчас я тебе подержу ножку. Что-то ты нравится? Стоит. Ох, Аня вытворяет. О! Идеально! Да. От Саши сюрприз готов мне. Давай. О, какой разноцветный. Это улитки у тебя? Нет. Какой разноцветный сюрприз? Первое, что я увидела. Глаза, гипнотизирующий носик и рот с зубами. Точно. Вот так вот. Кто что видит, в общем, кто увидел, что в этом рисунке красивый какой, да? Да, очень красивый Саша нарисовал рисунок. Цветной такой, яркий. А Боря хочет ко всем рисункам руку приложить. Сыночка, это мне. Стой. Нет. Стоп. Нет, Боря, это мне рисунок нарисовали. Это не забирать. Не хочет его не Фалка. Тогда я тебе могу его дать. Хорошо. Да. А пока Паша. Ой, Саша мне нарисовал рисунок. Да. Мы построили с Борей вот такую вот башню. И сейчас Боря ее будет ломать. Ломать, давай. Бум-бум-бум. Стой,
стой. Боря, подожди. Боря, послушай меня. Так сильно ломать? Ну, надо легонечко, чтобы не поломать конструктор. Понятно? Так что в следующий раз будешь ломать полегче. Ну вот. Молодец. Ноги в коленях. Ну, ровно в коленях. Один фрагмент из занятий. Поднимаем ноги вот так. Помните? Держи. Да. И да, это скручивание таза по Бубновскому. Поднимаем ножки. Помните, да? На выдох опускаем, на вдох поднимаем. Опускаем. Так, что ты делаешь? Не знаю. Посмотри, как они делают. Забыл уже? А это за выдох, подожди. Так, давайте, да. Они ровно. Посмотри, да. Без резких движений. В этом упражнении никаких резких движений нельзя. Давай, в другую сторону. Вдыхай. Сейчас ты выдыхать должен был. Сашенька, вдыхай. Когда поднимаешь давай. Ножки, опускай, нужно выдыхать. Вдыхай. Вдох. Вдыхай. Вдох. Выдыхай. Ха. На сильную выдох. Часть выдыхаем. Там, где самый сложный. На другую вход. Сторону. Ребята, опускай. Вдох. Вы не это вот. Стоп. Выдох. Давай сюда. Сюда ноги, давай. Сюда ноги. О, да. Молодец. Теперь ты вместе с ним туда. Чтобы вы не... И мы сейчас по трое дальше ляжем. Да, у нас коврика не хватает. Сейчас они трое, потом мы трое позанимаемся. Ты тоже хочешь попробовать? Ну, давай. Давай так, ножки поднимай. Ты сними его эмоции отсюда, это вообще. Так. Ручки неправильно вот так лежат. Вот, смотри, ручки вот так. Клади давай. Мама тебя научит. Вот так. Вот так. А, руки с-под черники. Раньше я уже показывала, какой. Да, вот так, клади ручку. Клади так ручку, да. Так, и теперь давай. Вдох. Давай. Вдыхай. Не-не-не, стоп. Ручку не вот поднимай. Так. Ручку опусти. Теперь. О. Давай. Вдох, выдох. Давай, выдыхай. Вдох. Да, вот так. Ну, можно вот так только ручка. Давай так, мама тебя будет держать. А ты давай, давай ножками, поднимай ножки. Поднимай давай, ножки. Давай. Вот так, молодец. Молодец. И все он пробует сделать сам. Молодец. Ну-ка, давайте я ваш ажиотаж сниму. Уже такие крики тут. Давайте мы еще 20 секунд. Выстояли. Аня, давай еще. Нет. Давайте. Второй подход. Нет. Анюта. Чуть-чуть, давай полминуты на этот раз. Давайте. Вся. Ребята, это так сложно. Болит все. Готовы? Отходи, Боря, отходи. Вы уже постояли. Второй подход это что? Ну, второй подход по новой. Давайте. Три. Давай. 30 4. Секунд. Поехали. Аня спину прогнула. А ты не нажала, чем мы стоим? Нажала. И два, 20, до сих. Не, 30. Это нечестно. Тихо, стоим. Ух ты, Тамер, подвел нас, Саша. Анюта, спину ты прогнула. Ровно, в спину. Как тогда? Поясницу вверх. Не, поясницу, попу вниз. О, вот так. Тихо, Аня, стоим, тихо. Помогите мне. 20 секунд уже постояли, стоим. Стоим. Еще 20. Стоим. Зачем 20 еще? Еще 20. Давай, стоим. Стоим. 30 секунд простояли, стоим. Минуту. Тихо, стоим. Стоим, Аня! Ты меня оставила! Я с тобой, да! Рожать было легче. 10! 9! Тихо! 8! 5 секунд уже! Еще 15! Ребята, это так сложно. Я когда смотрю взвешенные счастливые, изваженные счастливые, я не думала, что это так сложно. Минуту выстоять. У меня вот эта часть, пресс, вот эта часть, кричит просто криком от боли. У меня вот здесь все орет просто. А руки трясутся, стоишь, а вот это все у тебя вот так прям в таком напряжении. Говорят, вот эта планка дает столько физической нагрузки на очень многие мышцы. И пресс, животик у женщин ровный становится. Вот, иду к этому, иду.